Люди, которые в свое время строили города Московской области. Специалисты с огромным опытом работы. Сегодня, будучи уже на пенсии, они не перестают помогать своим молодым коллегам улучшать территории Подмосковья. Ветераны строительного комплекса путешествуют по региону, знакомятся с архитектурой, делятся багажом знаний с местной властью. Визит в Ленинский городской округ начался с посещения историко-культурного центра, где гостям показали фильм, посвященный 90-летию муниципалитета. А местные артисты подготовили для них небольшой концерт. В программе визита также была экскурсия по городу Видное. Ветераны-строители посетили Аллею Славы и отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Далее, останавливаясь у каждого памятника, они проследовали к беседке влюбленных, месту, которое пользуется большой популярностью у молодоженов. Здесь живут очень активные люди, которые не только живут, но и улучшают обстановку, всю в целом благоустраивают город, развиваются. Особенно впечатлила гостей территория возле кинотеатра «Искра», которая совсем недавно была реконструирована, и теперь это современная зона отдыха. Я бы в таком городе с удовольствием жил бы. Ну, так получилось, что уже все определено. Но так как вы вот за эти годы сделали, молодцы, администрация, и жители, это европейская культура в сочетании с хорошей русской современной культурой. Это сегодня у них есть свободное время, чтобы попутешествовать по Подмосковью и оценить уровень развития областных городов. В годы же трудовой деятельности они возглавляли крупные строительные предприятия, были большими начальниками в правительстве, кто-то даже был министром, поэтому их мнение такое ценное. Очень интересно послушать их мнение, в том числе о тех планах, которые мы ставим перед собой, вот, показать то, что уже сделано, ну и, соответственно, рассказать о своих планах на будущее. Уехали, но обещали вернуться, ведь гости остались в восторге от Ленинского округа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.